Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинок Евгений. Я директор сети Viking Touristics. Сейчас специально для вас в Турции. В масках просят. Регион у нас Кушадас. Отель, который мы будем инспектировать, Ладония Адуку, он находится недалеко от Кушадас. Видите, девочка убегала, сказала, маски одеть. Надеюсь, у меня с собой есть, в автобус бежать не придется. Ну что, маски так маски. Пойдемте в масках. Заходим на ресепшн. Да, музычка соответствует. Штукенцы. Идем дальше. Значит, у них здесь есть спуск вниз. Вот сам отель внутри. Красиво. Бар. Выйдем сейчас на балкон, посмотрим вид. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Спасибо, что смотрите мой канал. Если хотите поблагодарить меня, вы можете подписаться на мой канал. Есть кнопочка большая, жмите ее, подписывайтесь, порекомендуйте мой канал вашим друзьям, знакомым. Я вам буду за это очень признателен. Также пишите ваши комментарии, отзывы. Если вы были в этом отеле, обязательно напишите ваши впечатления. Я буду вам за это очень признателен. Спасибо за просмотр. Отеля. Ну, тут не видно, надо спускаться ниже. Смотрите, такой в скалах стоит. У них есть лифт, но можно и ходить ножками. Лестница очень крутая. Азур ресторан. Да, уже кончился. Просто покажу ресторан. Также можно кушать вот здесь, на террасе. Вид, конечно, здесь очень-очень красивый. Круто. Горы. Слева, справа скала. Посередине бухта такая интересная. О, аквапарк есть. Смотрите. Бассейн. Шезлонги. Корпус основной. Пляж. Да. Еще один бассейн справа. Клаб тоже здесь есть, видите,
находится в тени. Мы с вами поднялись на второй этаж, сейчас будем смотреть номер. Покрытие здесь в коридоре, покрытие ковровое, лобби, вид сверху. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели по миру, вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска payweekend.by на нашем сайте, или вы можете обратиться к нам в компанию, мы поможем организовать вам поездку. Сайт наш weekend.by. Номер 223 стандарт. В номере у нас покрытие ковровое. Вы все поняли, скорее всего, что это стандарт. Ну, конечно. Ванная комната. Фен монтированный. Который очень слабо дует, поэтому пошевелите свой. Душевая кабина. Здесь есть и душевая. И вот такой душ. Тропического душа здесь нету. Чух. Компактненький туалет такой, что тяжело развернуться. Смотрим дальше. Балконов здесь нету. Во всех типах номеров. Две отдельные кровати. Все чисто, аккуратно. LCD-телевизор, холодильник заполняют только по концепции Ultra All Inclusive, Power Inclusive нет, он будет платно. Connect. Вы можете в соседний номер взять еще себе шкафчик. Annex корпус, сказали, сейчас не работает. Сейф я не вижу. А где он? Посмотрим. И тут сейфа нету. Ага. Но холодильник вот он. И пусто, как я вам и говорил. Кондиционер здесь центральный. Чик. Опа. Все, все хорошо. По пляжу здесь сказали вход плита. Я видел, что там есть и песочек, наверное, или какой-то темный, скорее всего, есть и какой-то пологий вход, но, к сожалению, сходить туда не получилось. Я вам показывал мини-клуб, территория такая многоскатная, поэтому спускаешься, спускаешься. Если вы не любите ходить, то этот отель вам не очень подходит. Лифт есть до пляжа, он работает, но, опять-таки, до него нужно дойти еще. То есть вы спускаетесь несколько уровней, потом уже на лифте съезжаете до пляжа. Ребята прикалываются, что здесь ясли большие, ребенка запустил маленького, он здесь ползает, игрушек накидал ему, и все. Видите, закрытая вся территория. Тип номера large, типа большой. Сейчас посмотрим, насколько он большой. Ковролин. О, да, он большой. Одна большая кровать, одна маленькая. Кресло, LCD-телевизор, кондиционер центральный. Все чисто, аккуратно. Вид хороший. Давайте пойдемте посмотрим вид. Балкона здесь нету, как я говорил. В Аннекс-корпусе сказали, есть балкон. И в Аннекс-корпусе такие же номера. Ага, вот он вид. Вид хороший. Единственное, что нету балкона. Здесь какая-то площадка. Скорее всего, проходит анимация вечерняя. Ванная комната. Ванная комната. Душ. И душ, вмонтированный в стену. Фен, видите, какой маленький. Друзья,
друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Thank you.